Сегодняшний фестиваль посвящен Международному дню родных языков. К вашему вниманию мы представляем национальные костюмы башкир. Существует 7 вариаций национального костюма башкир. Северо-западных башкир, северо-восточных, юго-западных, юго-восточных, центральных башкир и восточных. Все дело в местах обитания народа. Каждый костюм характеризует отдельный регион. Цвета и оттенки. Традиционно в создании народных башкирских костюмов используют природные оттенки. Основные цвета – это синий, черный, зеленый, красный, коричневый и желтый. Другие оттенки предназначены для праздничных костюмов. Основным предметом гардероба башкирской женщины являлось платье, носящее название кульдек. Украшали такое изделие вышивками и узорами из ткани. Широкие вырезы, вставные ластовицы, бечевка на груди и отложной воротник – все это характеризует кульдек. В начале 20 века этот наряд перетерпел изменения. Появились отвороты и защипы на груди. На шею поверх платья женщины надевали нагрудник. Считалось, что такой атрибут служил оберегом от злых духов. Нагрудники шили из плотной ткани, на нее нашивали кораллы, бисер, раковины каури, монеты, цепочки и бубенчики. Из них собирались разнообразные узоры, сетки. Под платье было принято надевать эштан, это своеобразные штаны, а поверх украшены серебряными монетами камзол. Украшали его по-разному, все зависело от региона. Пожилые женщины носили белый полотняный или ситцевый платок – тастар. Богатые поверх платка надевали меховые шапки – камапырек с плоским бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Носили также шали из пуха и платки. Существовала еще одна разновидность головного убора для замужней женщины – кенешуб. Это была высокая шапка, к ней прикрепляли накидку, которая закрывала уши и спадала на плечи. Украшали изделия так же, как и кашмау, бисером и кораллами. Берем хин керек.